сожалению, запустит события, связанные с Третьей мировой войной, которые запустят Антихрист на мировую арену. Неужели серия многолетних религиозных конфликтов в разных частях света превратит весь мир в огромную зону боевых действий? Что-то, что уничтожит Землю. Все будет разрушено, и даже метафизическое учение не поможет. Причем военные действия на территории Российской Федерации. Роковая единица. Будет ли Третья мировая вестись на территории России? Какие именно события грозятся привести нас к концу света? И есть ли у человечества шанс на спасение? Нумерологи уверены, цифра 1 способна дать ответ. Что пророчество сводится к тому, что падение Сирии запускает механизмы Третьей мировой войны. Россия делает все, чтобы урегулировать обстановку в Сирии и остановить войну. Но с самого начала она встречает ярое противодействие со стороны Запада. Кому-то там мир совершенно не выгоден. Соединенные Штаты Америки в полном номиновании именно знак 6. Израиль в своем полном номиновании опять-таки дает нам знак 6. Ну и, соответственно, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в сумме снова нам дает число 6. То есть мировое закулисье, мировая политика – это знак 666, принадлежащим трем основным государствам. Это Англия, США и Израиль. И эти страны активно готовятся к войне. Февраль 2017-го. Американский военный эсминец «Портер» вошел в акваторию Черного моря. Командир корабля Андреас Лау заявил, что он работает в Черном море ради стабильности в регионе. Апрель 17-го. Соединенные Штаты впервые испытали в бою мать всех бомб. Это крупнейшая бомба в мире. Ее вес 9,5 тонн. Разрушения, которые она несет, несравнимы ни с чем. Мать всех бомб — не ядерное оружие. Но Америка в любую секунду готова нанести и ядерный удар. Единственный знак по нумерологии — это Франция, Сингапур и Китай. Если верить знатокам цифр, Америка планирует обратить против России ее стратегического партнера — Китай. А какую роль они отведут Сингапуру и Франции? Какая страна является экономически более сильной? Конечно же, Россия. У нас, опять-таки, мощнейшие ресурсы, экономические, промышленные. И мы, естественно, являемся первоначальным и самым главным конкурентом для Сингапура. Франция по нумерологическому раскладу скоро станет жертвой, которую страны трех шестерок принесут на алтарь Третьей мировой войны. И именно это станет переломным моментом, все предпосылки для которого уже созданы. В последние несколько лет страну накрыло волной терактов. Франция напугана и растеряна. Малейшая искра — и вспыхнет настоящее пламя. Вот если пойдет после Сирии, пойдет Франция, а по всем предсказаниям нашим она действительно пойдет, то с этого момента маховик Третьей мировой войны будет запущен, и остановить его будет абсолютно невозможно. Но есть ли хоть малейший шанс избежать трагедии планетарного масштаба? Или конец неизбежен? Мы единственная страна в мире, которая способна исправить эту ситуацию. Потому что Россия глубока, и Россия никогда не ищет легких путей. Если будет легкий путь и сложный, Россия всегда выберет тот, который ведет к величию. Выбрали очень интересную тактику. С Китаем мы выбрали тактику дружбы. Мы запустили наш положительный цикл для нашего государства. День рождения постсоветской России тоже 25-е. Только декабря. Знатоки цифровых кодов уверены, именно этот месяц считается точкой невозврата. Именно к этой дате нужно успеть переломить ситуацию, спасти миллионы жизней и сохранить мир.